Эй, братва, всем привет, с вами Артём. Это канал Злой Персик, и сегодня мы будем обозревать очень классную программу Z-Live Studio Photo. Так, ну, редактировать мы будем, допустим, вот это фото. Да-да-да, когда объясняют новую тему, и ты ничего не понимаешь. Да, именно такое лицо у меня сейчас, когда я не понимаю, что вообще тут делать. Ага, так, я нашел, так. Будет у нас вот это. Ой, что-то очки большеваты, да, наверное? Не, ну нахер. Удалим, добавим что-нибудь такого путевого. Так. Нет, спасибо, не хочется. Реклама ваша. Так, еще уменьшить. Так. Вот, нига-нига-нига бич получается у нас. Так. Какую-нибудь охерительную цепочку ему, вот, блинк. Так, ну давай, уменьшайся. Так, пойдет цепочка блинк. Так, листаем вниз. Так, ну-ка, сигарчуху ему. Так, где тут у нас сигаретка? Отлично, друзья, меня прям это веселит. Получается, какой-то ганста-рэпер какой-то, что ли. Так, бейсболку делает, блядь, реклама, спасибо, не надо. Так. Так, нет, друзья, бейсболочка нам тут пока не нужна. Сейчас какую-нибудь другую. Так, вот. Блин. А, вы серьезно, что ли? Так. Нет, друзья, мы лучше оставим его вот так. И у нас получился Ганста Нига. Да, круто. Так, что же нам сделать? Так, ну ладно. Ой, 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 ой. Ладно, друзья, теперь редоткнем какую-нибудь другую фотку. Open Pictures. Ставим вниз, 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 вниз. О, друзья. Так, что-то графика херовастая. Еще разок. Друзья, что-то графика нас подводит в этой игре конкретно. Ну ладно, мы все равно попробуем. Еще уменьшить. Нет. Очечки мы удалим гоблину. Возьмем вот эти. Такая ганста-мафия будет. Давай, братишка. Чуть-чуть-чуть. Так, вот. Отлично, друзья. У нас прям входит в тему. Картинка сама пиксельная. И предметы в ней тоже, грубо говоря, пиксельные, но не все. Так, это что за дерьмо? Друзья, получается прям какой-то United Sexy Boys прям. ГАИ! Прям вот прям вообще прям. Прям вот батьки. Да ладно, да ладно! Так, ладно. Так, друзья, что-то проблемати. Да, ой-ой-ой. Ой, мать. Так, нет, нет. No, God! No, God! Задрала меня ваша, no! Так.
Косячок забьем. Так, вот. Clash Royale. Такие прям ганста-ниги вообще. Вот прям не скажешь, что это какая-то детская игрушка. Ладно, возьмем вот такой. Прям получается просто супер. Так, ладно, теперь попробуем какой-нибудь кипчанский на бошку надеть. Так, вот, черный. Да ё-моё! Нет, друзья, кепка тут нам не подойдет. Так, друзья, нет. Так, друзья, первые лаги пошли. Ну вот, программа зависла, в принципе, чего и следовало. А, нет, вот, все. Все отличненько теперь опять. Ну да. Какое программа свойственно зависать и вылетать? Я не знаю, как это, что это? Что это вообще? Всё, ладно, так, удалить. Удалить. А, ладно, назад выйдем. Так, листаем. Что у нас есть за рисунки керамбита? Какая-то хрень. Листики какие-то, скриншот танков. У-у-у, друзья. Так. Давайте посмотрим вот эту фотку. Чувак качает. Мне кажется, это фото мне вызовет таких больше. Задрала меня эта ваша реклама. В рот ей ноги. Ох, как чётенько легло-то. Так, тут помимо косячков и прочей херни больше ничего нет, я так понял. Так, что это за значок мигает? Unlock now. Ай-яй-яй, друзья, что, нет? Найн. Черт, что это я нажал такое, а? Что это за мусорня вообще? Отстань. Не нужны, нет. Ноу. Нет. Идите нахер. Thank you, блядь. Ведь мудаки ради этого, ладно. Ладно, друзья, я думаю, на этом мы закончим. С вами был Артём. Подписывайтесь на мой канал Злой Персик и ставьте палец вверх.